Предприниматель подогнал мобилизованным к 23 февраля гнилую буханку. Эта техника способна как перевести провизию в зону операции, так же и перевести раненых бойцов. Многофункциональный вообще аппарат. Автомастер Андрей со своими помощниками подарил новую жизнь старой советской буханке. Меняли сцепление, расточили коленвал, произвели нужные технические работы, ну и замена масла и расходников. Снизу посмотришь, такое впечатление, вся машина, один сплошной расходник. Данный автомобиль, если спасет хотя бы одну жизнь наших бойцов, это будет уже не зря наша проделанная работа. Данный автомобиль, скорее всего, тупо не заведется, когда туда запрыгнут мобилизованные и крикнут «газу, газу, сзади Байрактар за нами летит». Было бы логичнее сразу переименовать эту буханку в запеканку.